Вот наша поликлиника на Вишневой, 16. Здание после пожара. И его, видать, внутри ремонтируют, поэтому пока перевели все вот в этот маленький закуток. Сюда же сделали, ввели медкомиссию иностранных граждан. Тут же и прием граждан России по ОМС. То есть бесплатный прием по ОМС за наши же налоги. Чтобы пройти в регистратуру, приходится проходить через толпу иностранных граждан, которые пришли на медкомиссию. Как видите, народу очень много. Все без масок. Вот представляете, ни вентиляции, ничего. Русское пространство. Регистратура находится в конце. Так что вот получается медкомиссия иностранных граждан вместе с гражданами России. Риск большое заражение. Ну и никакой, как говорится, ни вентиляции, ничего. В то время как частные клиники широкими холлами простаивают.